Всем большой привет, друзья! Сегодня будет небольшое видео в одном таком интересном способе, как же сфотографировать собаку. Для тех, кто зашел на наш канал впервые, я вам немножечко расскажу. Это моя собачка, его зовут Гэтсби, он карликовый померанский шпиц. Очень часто я его фотографирую, все время у нас с этим большие проблемы, потому что собаки это такие животные, очень подвижные, ну как любое животное, не обязательно собака, также и кошечка. Сфотографировать их просто невозможно, они то зевают, то головой мотают, в общем, как дети. Поэтому я сейчас хочу поделиться с вами одним секретиком, как же я его фотографирую. Вот, видите, я расстелила на полу такую шкурку, положила яблочки. Нам подружка привезла с дачи, и я решила вот сделать такую классную фотографию. Гэтсби в яблоках. Есть кони в яблоках, а будет Гэтсби в яблоках, да, мой хороший? И в чем же главный секрет? Я не использую функцию фото, а я использую функцию видео. Все фотографии я делаю на телефон, нажимаю запись видео и вот так вот с разных ракурсов делаю как бы ну, такие стоп-кадры. Просто снимаю, не вожу вот так вот камеры, да, во все стороны, чтобы все было расплывчато, а чтобы потом можно было сделать с видео принт-скрин. После того, как мы отсняли кусочки видео, заходим в какое-нибудь маленькое видео, например, вот это, переворачиваем телефон, нажимаем play. И сразу же нажимаем кнопку паузы, для того, чтобы видео у нас не прокручивалось. И теперь сами, ну, если у вас iPhone, по крайней мере, здесь так все это работает, вы прокручиваете вот здесь вот снизу полосу и смотрите уже кадры, какие вам нужны. Вот, например, захочу я сделать вот этот кадр. Нажимаем кнопку блокировки. Все, у нас будет вот такая вот фотография. Смотрим дальше. Теперь заходим в фотопленку и вот смотрим, какие у нас с вами получились фотографии. На сегодня это все. Мы надеемся, что наш совет поможет и вам сделать такие интересные, качественные фотографии с вашими животными. Всем пока, друзья, и до новых встреч! Прошло буквально каких-то 5 минут, и Гэтсби уже решил, что ему пора спать. А нет, он вспомнил про лапку. Но спать тоже хочется. Что же выбрать? Да, Гэтсби?